Если лето выдалось урожайным, очень хочется сохранить, например, клубнику на зиму. И многие решают ее заморозить. Но как она выглядит потом, после оттаивания? Это же грустно. Решить проблему и с ягодами, и с другими нежными продуктами обещают российские инноваторы, создавшие систему так называемой акустической заморозки. Судя по отзывам, она дает просто волшебный эффект, которого ну никак не ожидаешь от еды, побывавшей в морозилке. Итак, открываем дверь. Итак, карп у нас имеет температуру минус 26 градусов. Выглядит как чудо, но на этих кадрах и правда оживает карп, замороженный и пролежавший полтора часа в морозилке. Такой эксперимент, тестируя новый метод, провел его создатель Дмитрий Балаболин. В прошлом он был радиоинженером, когда-то занимался наукой, сменил много видов бизнеса, а потом знакомый предприниматель поделился с ним болью. Обычная заморозка портит продукты. Дмитрий говорит, что погрузился в тему, изучил научные работы и понял главное — надо не дать расти кристаллам льда, разрывающим ткани. Родилась идея, как это сделать. По-особому подобранные звуковые колебания дробят микрольдинки, не позволяя им увеличиваться. И смотрел в микроскоп, как растет лед, как он управляется этими волнами. То есть это все происходило путем изучения прямо в реальном в холодной комнате, минус 30, стоял наше оборудование, я в ней сидел и замерзал, как челюскин во льдах. В итоге Дмитрий создал много разных программ. Для каждого продукта своя. И добился того, что структура практически не повреждается. Еда после разморозки почти как свежая. В своей лаборатории уже второй год он хранит грибы, заготовленные шоковым методом и акустикой, для сравнения. Держать, кстати, можно потом и в обычной морозильной камере. Дмитрий показывает виноград, которому уже 3 года. Выглядит как живой, по вкусу напоминает сорбет. Он наладил в России производство своих умных камер и активно продает их ресторанам и производствам, в том числе зарубежным. Цена от 1 000 000 рублей. Елена Шевцова, хозяйка рыбного ресторана в центре Москвы, начала использовать акустическую заморозку пару месяцев назад. Первое, что я попробовала, это была паста. Вот, такое было ощущение, что ее только что приготовили. Я считаю, за этим будущее. Точно ли есть такая большая разница? Для независимой оценки мы пригласили гастроэксперта Лену Ярцеву. Порции пасты с белыми грибами заморожены 3 способами. Обычным, шоковым и акустическим. Директор по развитию технологии в России Игорь Климашевский, ресторатор Елена Шевцова и кулинар Лена Ярцева не знают, где что, и все пробуют вслепую. Сначала акустика. Консистенция, кстати, теста очень хорошая. Яичная, прямо домашняя паста. Упругая, правильно сваренная. У пасты после шоковой заморозки, которая считается весьма продвинутой, такого вкуса и запаха не было. А что у третьей, из обычной морозилки? Еще меньше, по-моему. Вообще, да. Аромат то есть... очень слабый. И грибного запаха я вообще не чувствую. Угу. Очень сильно такое крахмалистое послевкусие. Единогласно и без раздумий. Дегустаторы назвали лучшим блюдо, замороженное акустическим способом. Мы решили продолжить эксперимент, усложнив задачу. Возьмем особо нежный продукт – икру морского ежа. Она вообще почти не переносит заморозку. Сравним шоковую с акустической. Это, ну, икра, а это какая-то слизь. Да, здесь уже вон сколько воды, плюс внешний вид. То есть лучше это даже, ну, не дегустировать. То есть это уже испорченный продукт. А первый вариант – вот такой йодистый морской аромат свежести. То есть это есть можно. Консистенция опять была лучше, и аромат оказался ярче. Интересно, что же происходит внутри продуктов? Мы попросили посмотреть под большим увеличением клубнику, замороженную 3 разными способами. Это сделали для нас в инжиниринговом центре Московского университета пищевых производств. После обычной морозилки кристаллы самые крупные. Большие встречаются льдинки. В шоковой заморозке размеры все равно меньше. Но
тоже они хаотичные. Есть кругленькие, есть остренькие, есть прямоугольные, всякие разные. А в акустической заморозке таких больших льдин вообще нет. Они маленькие, и они, да, круглые в серединке. Острых льдин нет. Неудивительно, что Общепит и Пищепром активно интересуются новой технологией. Ведь она позволяет всегда иметь под рукой готовые блюда, почти не уступающие свежим. И заготавливать в сезон овощи, фрукты и ягоды, закупая их по низким ценам, а потом пуская в дело. Без потери вкуса и аромата. Есть и менее очевидные применения. Опыты показали, что обработка акустическим методом позволяет усилить, например, аромат кофейных зерен. Волны высвобождают из клеток эфирные масла. Эксперт по кофе Глеб Невейкин на наших глазах пробует напиток из одинаковых зерен, прошедших и нет акустическую заморозку. Перед дегустацией их обжарил профессиональный ростмастер Роман Горькавый. Он ярче, более насыщенный, более плотный, более ягодный. Те же результаты показывает и обработка чайных листьев. Свое применение технология, возможно, найдет и в медицине. В Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов уже замораживали так сосуды, клапаны, фрагменты аорты лабораторных животных. В итоге удалось сохранить 98% клеток. Не пострадали даже тромбоциты, которые обычно очень чувствительны к низким температурам. Для перевозки донорских органов их сейчас охлаждают, но не очень сильно. И печень, например, живет не более 12 часов, а сердце всего 6. Конечно, было бы легче заморозить это сердце, спокойно привезти сюда, так сказать, не собираться ночью. Акустический метод опробовали на легких крысы. Сенсационных результатов, правда, пока не получили, но, как сказал нам академик Сергей Готье, он испытывает сдержанный оптимизм. Будет ли эта технология спасать жизни, еще неизвестно. Но то, что она успешно сохраняет вкусы и ароматы, уже точно. И это не может не вызывать настоящий восторг у тех, кто готовит, и у тех, кто ест.